не дальше, а по бокам. А, по бокам. Такое тоже это бывает. Это единичный случай. Нет, понятно, что это единичный. У всех все было отлично. Того, чтобы всех бизнес процветал, на самом деле, легче договорить. Вот и он отель. Ужин у них. Вот что на ужин. Здесь все стандартно. Хорошо отдыхает тот, кто планирует свой отдых заранее. Почему? Потому что он реально экономит на раннем бронировании. Пишите нам в директ, и мы подберем отдых для вас, который вы хотите. Нам доверяют уже 15 лет. Мы проверенные партнеры крупных операторов, и они нам тоже доверяют. Посмотрите, это тренажерный зал, и у него прямой вид на море и на бассейн. И вот я для вас дошел до пляжа. Вот он пляж, здесь есть бар. Я вам показал отель Nubian. Мы прошли всю территорию с вами. Бунгало, одноэтажные. Территория большая, вытянутая. Пляж вы видели, песчаный. Вход, судя по всему, пологий. Есть понтон для семейного отдыха, для пар. Ну, то есть отель хороший. Питание здесь тоже на хорошем уровне. Ужин я здесь снимал. Сейчас я обед вам снял, тоже можете посмотреть. То есть отель позиционирует себя как для постоянных гостей, которые потом возвращаются.